Она сразу бросилась на помощь. Это про нее балерина Омского театра Нина Маляренко спасла утопающую девочку в реке Иртыш. Девочка кричала. Сначала подумали, что это шутка, но когда услышали крики «пожалуйста, спасите», я забрала у своего папы спасательный жилет и побежала на помощь. То есть и за 2 секунды буквально, наверное, я доплыла туда и вытаскивала девочку за волосы, потому что она очень сильно брыкалась. Первых двух она пыталась тоже топить непроизвольно в панике. Первые два – это мужчина и женщина, которые пытались спасти девочку, но им это не удалось. Она просто тянула их ко дну. Тогда балерина и бросилась в воду, вытянула школьницу на поверхность, отдала ей спасательный жилет, который с собой захватила, и помогла добраться до берега. Причем плыть пришлось против течения, так что было довольно тяжело. За происходящим с берега наблюдала все это время мать ребенка, но почему-то ничего не предпринимала. Может быть, просто в шоке была. По словам Маляренко, все произошло настолько быстро, что когда она подошла к своей спасенной, не смогла узнать даже ее имя. После того, как я ее вытащила, мужчины помогли ее донести там, где они отдыхали, ну, на это место. Через час где-то я подошла и спросила, как она себя чувствует. И они с вот женщиной, я не знаю, была это мать или же тетя, я не знаю, кто это был. И я спросила, как она себя чувствует. Они в ответ говорили только спасибо, спасибо. И я понимала, что они в шоке, и что-то другое спрашивать бессмысленно. Ну, Нина Маляренко раньше спасением людей не занималась. Чем же она живет, сейчас расскажем. Нина Маляренко – ведущая солистка балета Омского государственного музыкального театра. Ей всего 23 года, но она уже лауреат всероссийского и международного конкурсов. Маляренко родилась в Омске, окончила Новосибирский хореографический колледж, в театре работает 3 года. На ее счету десятки ролей. Одна из них – партия Настасьи Филипповны в спектакле «Идиот». Эта роль принесла Маляренко премию «Крылатый гений», а саму постановку в Омске признали лучшей в сезоне. Последняя премьера, в которой одну из главных ролей исполнила Маляренко, это спектакль «Бугольц». Готовились к нему артисты несколько месяцев, и критика очень тепло приняла спектакль. Маляренко с успехом выступает на сцене Омского театра и совершенно в разных образах. Вот она, легкая и воздушная в постановке «Спящей красавицы». А вот яркая и страстная в спектакле «Обнаженная танго». Неудивительно, что когда в Омске выбирали самую привлекательную и обаятельную актрису, Нина Маляренко вошла в тройку лидеров.